Приглашаем туристов на однодневную экскурсию с облетом Белухи, самой высокой горы между Кавказом и Камчаткой. Вылетаем в субботу, 17 июня, в 11 часов из Карасука, в 70 километрах от Горно-Алтайска. В полете вы увидите весь Алтай. Это уже незабываемое приключение, но главное начинается там, где кончаются все пешеходные маршруты. Сотни квадратных километров ледников и десятки вершин легендарных гор. Алтай комфортен для туристов. Местные проводники ждут вас на чуйс-контракте, чтобы доставить до Марса, ретранслятора, альплагеря Актру. Но путь к Белухе и обратно занимает 5-6 дней пешком или на конях. Вы 80-100 километров будете идти с грузом в гору, пить из ручьев, ночевать в палатках. Если вам не нужны экстремальные нагрузки и вы понимаете, что время на Алтае можно потратить на осмотр других достопримечательностей, присоединяйтесь. Стоимость экскурсии 34 000 рублей при полете 19 человек. Оплата Алтай-Авиа.